Так, здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот хотел бы размеры снять клетки. Значит, клетка для перевозки. Ну, как бы она используется не для перевозки, а для проведения операции на свиньях. Ну, то есть, либо хряков там можно кастрировать, либо что-то со свиноматками делать, наверное. Я в этом деле не специалист. В общем, хочу снять размеры. Мне понравилось пользоваться ей, она очень удобная. Илюха. Ага, я зацепился. Длина клетки 180. Высота клетки. Высота 105. Это все в сантиметрах. В миллиметрах, говорю, в сантиметрах. 180, 105. И ширина 70. Пол сделанный деревянный, получается сюда ее не надо не вынимать из прицепа, просто наклонили, дверку подставили, ну, не дверь, да я дверку просто, по-моему, подставлял, нет, дверка у нас дырявая, подставлял я, нет, я ничего не подставлял, мы просто ее подняли, я, короче, видео запишу, как мы будем его загонять сюда хряка, он хорошо заходит, не тяжело, удобно, обалденно. Вот размеры, габариты ее я дал. Получается 180. Длина 180. 70. 70 ширина и высота, еще раз просто говорю. И высота, ну, тут, наверное, 104, 105, ну, 100. И получится отличная клетка, в которой очень удобно перевозить живую свинью. Перевести то забойную свинью, забитую, можно в чем хочешь, хоть в багажнике. А вот живая, чтобы не покалечилась, нормально себя, получается, она не может там особо ни по сторонам двигаться, никуда, ни вперед, ни назад. Она капитально стоит уверенно и не падает. Все отлично. Поэтому вот такие размеры, вот такая клетка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.